Всем привет. Пришла посылочка вообще вот так вот упакованная. Ни пакетиков, ничего. Судя по трек-коду, здесь пленочка. Вообще ничего не весит. Не пленочка, а стекло еще. На телефон я еще одну заказывал. Посмотрим, что у этого за продавца за пленочки. Блин, стеклышки, что, все пленочка. Угу. Все, вот как это все упаковано. Тут у нас две салфеточки. Одна мокрая, другая сухая. И стеклышко. Опять жена. Lenovo Vibe. Понятно. Что-то мне показалось тут. Да, какая-то тут фигня, если видно. Видно, не видно. Какой-то брак небольшой. То ли пленка не достает, то ли, ну, скорее всего. Да, пленка вот эта защитная. Хотя нет, пленка с другой стороны. Короче, вот это фуфло какое-то. Оно мне пригодится. Конечно, набор не сравнить с тем, что я до этого наклеил. Ну, здесь тоже. Вроде телефон не ронял, не стукал, не бил, но... Вот тут какой-то скол появился. Вот. Блин. Видно, не видно. Вот. Трещинка и воздух попал. И еще где-то вот тут вот еще скол. Хотя телефон не ронял, не бил, ни во что. То есть то ли качество такое, то ли что. Ну, расходный материал, правда, не за такую цену, но... Вот такая вот посылочка на сегодня. Всем пока.